Дружище, не забудь поставить подписку, оформить лайк и поставить колокольчик. Добро пожаловать, уважаемые зрители, кто только что зашел на этот видеоролик, и я хочу вас попросить очень глубокого прощения. Дело в том, что моя последняя сборка, которую я делал с душой, оказалась не очень душевной. Поэтому комментарии там были такие, что все-таки эта сборка вышла не очень. Я решил, что нужно, ребятки, реабилитироваться. И сегодня, ребятки, я сделал для вас как раз-таки эту самую красивую осеннюю сборку для сампа, для слабых ПК, в которую вы можете поиграть GTA San Andreas, GTA Samp, GTA SRAMP, ну или во что вы там еще играете. Можете попробовать, конечно, запустить в КРМП, но не думаю, что у вас это получится. Да. Если уж так говорить, сегодня у нас опять, ребята, сборка сампа для слабых ПК и для GTA San Андрес, потому что вы их любите. Вообще, пишите в комментариях, ребята, любите ли вы видеоролики про моды, или какие видеоролики хотели бы видеть, или вообще что-либо. Ну и, конечно, ставьте свои лайки, ребята. Лайк это бесплатно, я не требую же от вас каких-либо денег. Да и давайте, ребята, наберем 5000 лайков, чтобы я выпустил эту сборку. Ну ладно, типа, давайте всего лишь там сатен наберем, сотка же это легко, она наберется всего лишь за 10 минут. Давайте поставите, я выкладываю сборку, вы ее скачаете и напишите в комментариях, как она для вас. Ну и соответственно, ребята, если вы хотите выиграть 2 миллиона виртов, то пишите в комментариях что угодно и также ставьте лайки, и вы выиграете. Давайте теперь приступим к такому небольшому обзору этой сборки, что здесь все-таки поменял я, что здесь все-таки имеется. Первое, на что хочется акцентировать внимание, это то, что здесь, ребятки, нету никакого ENB. Хотя нет, я же вас обманывать-то не хочу, потому что обман, ребята, большой грех, а в раю я хочу все-таки быть чистым, ну, чтобы туда, конечно, попасть. Здесь имеется ENB, но это ENB направлено на то, чтобы у вас имелись только отражения на автомобилях. Поэтому, если вам ENB, конечно же, нужен, вы просто включаете клавишами Shift F12, у вас появляются, соответственно, отражения. Если вы, конечно же, их не хотите, вы просто их отрубаете и все. Количество FPS, конечно же, там вообще не просаживается нисколько. Самая главная изюминка этой сборки — это все-таки Color Mod. Знаете, такой контрастный и просто сексуальный. Второе изменение, это которое вы могли бы заметить, это все-таки визуальная, опять же, часть, а именно HUD радар. HUD у нас, конечно, имеет такие желто-голубые тона, которые, в принципе, смотрятся неплохо, особенно в период осенней, ребята, депрессии. Или у вас, ну, как у вас вообще дела в школе, там, пишите в комментариях. Потому что осень — это разное время. У кого-то обострение случается, у кого-то успех, у кого-то любовь, у кого-то ребенок рожается, к сожалению или к счастью. Ну, в общем, пишите. Ну и, конечно, карта, она тоже не особо подверглась изменениям, потому что квадратная карта — это уже символ сборок на этом канале. Далее здесь имеется, ребята, новая карта. Теперь, кстати, она такая имеет автозум. Далее, по мелочи, я все-таки добавил сюда некоторые скрипты. Также, как вы можете наблюдать, делает все столбы освещаемыми. То есть теперь вы можете наблюдать красивую, ребята, картинку, при этом даже FPS не понижается. Ну и такие по мелочи скрипты, как смена скина, просто вводите как чит-код скин и пишите ID скина. И еще один такой, знаете, скрипт, как на открытие машины. То есть вам теперь не надо писать каждый раз, задрачивать этот слэш-лог, а просто нажал на кнопочку L или русскую D и все, открывай. Боже мой, как же я раньше не мог замечать вот этой необходимой вещи. Количество FPS, которое выдает эта сборка, а я тестировал эту сборку на Arizona RP Brainburg, где ты можешь получить 500 тысяч виртов при достижении третьего уровня, если зарегаешься на мой никнейм Solomon Empire, там IP в описании, ссылка тоже, выдавала у меня в районе 150-200. Это, я считаю, вполне себе нормальный, ребята, FPS, когда у вас все-таки вы играете на таком загруженном моде. Если вы играете на каком-либо другом сервере, также можете написать в комментариях, на каком вы сервере играете, и написать, сколько у вас FPS выдала эта сборка. По весу эта сборка вообще, в принципе, очень маленькая. То есть она где-то весит в районе 700 мегабайт, что я не считаю, что это так много для именно сборки. Также вы можете по визуальной части видеть новое небо. Это у нас, ребята, установлен Skybox. Также в гетто я решил поставить такой небольшой, ребята, маппинг, который все-таки делает гетто реальным гетто. И теперь гетто будет, ребята, по-другому. Как вы можете видеть, то тот же самый зал в Гентоне, он преобразился. И теперь проезжать возле него одно удовольствие. Также я сунул сюда, ребята, свой карпак, который я все время использую, поэтому надеюсь, он вам действительно понравится, вы его будете использовать. Ну и, конечно, тут по мелочи заменены LQ дороги. Поставил LQ деревья, которые очень красивые и также не прожирают FPS. Ну и, конечно, ганпак. Но так как все-таки у меня закончилась эта лицензия на оружие, то я надеюсь, вы мне поверите, уважаемые зрители, что ганпак подходит в стилистику LQ качества. Но если вы дошли до этого момента, ребята, пишите в комментариях «птица-синица».
Так я буду знать, что вы уже досмотрели до этого момента. Также для желающих поснимать какие-либо RP-ситуации или сделать какие-либо красивые скриншоты, здесь имеется CamHunt. Чтобы его активировать, вы должны нажать на Alt плюс C и все, и вот делайте, что хотите. А чтобы открыть, ребята, настройки этого CamHunt, вы должны нажать на кнопочку, которая находится рядом с намлоком, правее, вот такая дробь. И все, и редактируете, и становитесь новым Стивеном Спилбергом, ну или кем вы там хотите стать. Главное, чтобы не редактором какого-либо порно-журнала. Это грешно. А чтобы скачать эту сборку, вам нужно всего лишь, ребята, набрать 100 лайков на этом видеоролике. Это вообще будет на изи, я повторяю опять же. Ну и, конечно, пройти потом по ссылке в описании, чтобы скачать эту сборку. Я над этой сборкой старался, поэтому я надеюсь, вы просто, ребята, оцените этот видеоролик лайком, комментарием и скачаете, и будете наслаждаться этой сборкой в течение сентября месяца. Также, ребята, не забывайте, что вы можете всегда оформить колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Ну что, время пошло, поставил лайк и ожидай. А я пошел играть в эту сборочку.